мало кто знает, что было до сказочного финала и как на самом деле жилось Рапунцель, запертой злой колдуньей в высокой башне. Совсем одна, только она и ее тень, только она и ее отражение. Или уже не ее, или не просто отражение. Это все еще сказка о Рапунцель, поведанная нам самой Рапунцель.